внимательны и не забывайте личные вещи в общественном транспорте и на остановках. При обнаружении подозрительных предметов, оставленных вещей, не трогая их, немедленно сообщите кондуктору или водителю. Самостоятельно не перемещайте и не обследуйте обнаруженные безнадзорные предметы и вещи. Наша безопасность в наших руках. Проспект Победы. Выход к Софийскому собору. Следующая остановка – стадион «Динамо». Двери закрываются. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, держитесь за поручни. Это убережет вас от падения в случае экстренного торможения троллейбуса.
Синамон. Следующая остановка – гостиница «Вулот». Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, помогите пожилым людям при входе в троллейбус и выходе из него. Возраст достоин уважения. Остановка – гостиница «Вулотта». Следующая остановка – улица Можайского. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, беременным женщинам, людям пожилого возраста и пассажирам с детьми.
улица Можайская. Следующая остановка – молочный комбинат.